Уважаемые жители Ачинска и Ачинского района, Ачинский городской совет и районный совет депутатов проводят благотворительную акцию «Елка добра». Мы предлагаем вам на какое-то время стать волшебниками и подарить частичку своего сердца тем детям, которые имеют ограниченные возможности по здоровью, и дать возможность им выбрать любой, который им понравится, подарок. Я думаю, нашим детям будет очень приятно, когда в преддверии Нового года к ним придет Дед Мороз и вручит те подарки, которые мы с вами им подарим. Поэтому приходите, участвуйте в акции, и вместе мы сделаем праздник для наших детей.